Тогда мой такой вопрос. Что для тебя этот проект? Мне нужно отрываться от той жизни, в которой я сейчас живу. Что-то такое, ради чего действительно стоит стремиться. И это должно быть настолько все искренне и... Преодоление себя, что-то новое для себя делать, что раньше не делала. Рассказать о том, что я пережила в 90-х. Ну, этот проект точно повлияет на мою жизнь. Это новый опыт. Я еще себя не пробовала на сцене. Может быть, больше понимать себя? Этот проект? Просто движение? Понять, почему там люди такие, я такая. Разобраться с самим собой. Да, ответы найти какие-то. Возможность узнать себя получше, возможно. Это такая духовная пища, которой не хватает. Мне понравилась ваша фраза. Никому ничего не должны. Хотим – поставим, не захотим – получим удовольствие от процесса. Я бы вообще участвовал в любом проекте, который мне позвали бы к нам.